Книга «Открытым оком», том 14, вопрос 2870. Тема «Грех». Скажите, пожалуйста, можно ли верующей женщине удалять волосы на своем теле, которые, по ее мнению, не нужны, мешают, чтобы быть красивей, чем есть? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Если мешает, то почему бы их не удалить? Я и сам удаляю себе 2-3 волосинки навеки. Они почему-то растут длинными, попадают в глаз. Волосы даны для украшения человеческого тела, как говорит и Василий Великий. Второе царство 14:26. Когда он стриг голову свою, а он стриг ее каждый год, потому что она отягощала его, то волосы с головы его весили 200 сиклей по весу царскому. Кавычки закрыты. Лишнего у нас ничего нет. Волосы на голове прикрывают неблагообразие черепа, доказывает Иоанн Златоуст. Песнь песней 4:1. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Глаза твои голубиные под кудрями твоими, волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы Галаадской. Кавычки закрыты. Поэтому бритье головы есть извращение. Исайя 3:23. И будет вместо благовония зловоние, и вместо пояса будет веревка, и вместо завитых волос плешь, и вместо широкой и пончи узкое вретище, вместо красоты клеймо. Кавычки закрыты. Стрижка может быть короткой у мужчины, но не бритвой. Скоблить череп, как буддист, кришнаит или осужденный. Ну вот, скоблить череп, как буддист, кришнаит или осужденный. Простите еще раз. Стрижка может быть короткой у мужчины, но не бритвой. Скоблить череп, как буддист, кришнаит или осужденный. Но вот вы пишете в кавычках, чтобы быть красивей, дело сразу выглядит иначе. Иезекииль 16:7. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. Кавычки закрыты. Красивее, значит, речь идет о голове, не о нижней же части тела. Ну, красоту кто оценит? Иезекиильсе 27:31. И остригут по тебе волосы догола, и опояшутся вретищами. И заплачут о тебе от душевной скорби горьким плачем. Кавычки закрыты. У мужчины это его борода. Она и есть красота, и страдать может мужчина тогда, когда борода совсем не растет. Говорите о верующей женщине, значит, волосы на лице растут. Дело сложнее. Думаю, что одна длинная волосинка без ущерба может быть удалена. А если это на верхней губе усики, то тут что-то связано с половой системой. А это или плоды греховной жизни, значит, так и нести нужно этот знак, или сие есть болезнь. Но тогда уже вопрос к врачам. Красивей, значит, брови мешают. Удалять, подщипывать нельзя. В нашей книге к истинному православию в разделе «Об родобрите» подобный ответ на подобный вопрос. Ныне другая красота ценится. 1 Петра 3, 3:4. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. 1 Коринфянам 11, 14-15. И сама ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена растит волосы, для нее это честь, так как волосы даны ей вместо покрывала. Вопросительный знак, кавычки закрыты. Живые думают, как знаем о живом. Смерть далека и будто не маячит, но скоротечно все, кусок не прожуем, ворота смерти отфутболят мячик. Хотим или без нашего желания невзрачной изнанкой картина развернется. Так для чего ж из полымя да в пламя бесились, усложняли, а оказалось просто. Земля и в землю с думой о живых, любивший новое откроет суперновость. Все-все оставит то, к чему привык, при спешном отступлении пришлось все бросить.
Выходит, думать, будучи живым, приходится о мертвом, о самом себе. Земное не ценить, оно уйдет, как дым. За душенькой придет к нам ангел или бес. Живые, жив лишь верующий в Бога, при жизни примирившись с Иеговой. И как не украшайся, путь не дальше гроба, душа оставит тело, смертные оковы. Нам нужно думать только о живом, о воскресении, поверив Иисуса, богатым был, имел с десяток жен, до нитки был обобран, с богатством не отпустят. Нам жизнь при жизни нужно обрести, по слову Божию прокладывать маршрут, на землю посланы до вечера гостить, но вызвать могут много раньше вдруг. Блажен, кто жизнью встретился при жизни, вкусил и пил из животворящей чаши, и в книгу жизни Господом был вписан, кому Христос при жизни достучался. Смерть будет брошена в то озеро с огнем, в котором ад, антихрист и предтеча. Нам заповедано вести себя, как днем, перед лицом Создателя, с Ним проводить нам вечность. 12 декабря 2005 года. Игнатий Тихонович Лапкин.